Не хочется тут стоять, с ума не. Согласна. Аня, Сумон. Это надо барабаны взять на 8%. А я тогда МП5 и кулаки. Чё, Ань тут, да. Аня сейчас воды себе еще нальет попить. Все, и будет готова ко всему. Друида нет у нас. Ханто АПшечка, да. Мага МП5, шаман. МП5. ДК кулак, пет кулак. О, гильдбанк, ничего себе, дожились, да? Здорово. Вообще, вы умерли. Какая сука меня убила? Там снаружи кто-то отпиздил. Антихрист, ты с ума не будешь, нет? Он вот он стоит. Подожди, сейчас я посмотрю, я, блядь, правильно я надел шмотки, или я, блядь, еще дохлый 35 тонн, это нормально? Нет, бафы мне дадут сегодня, нет вообще? Да, подожди, дадут, когда еще двое зайдут. А светлотканная вышивка, кто знает, как в Телмивен записать название? Какая вышивка? Светлотканная. Прозрачная пряжка. Ага. Прозрачная пряжа. Да, на ноги портные делают. Тут стоит ДКшка, короче, возле входа, все херачат. Блять, где там кто херачит, кого пошли отпиздим. Пойдем. Да стойте вы уже. Мы его отпиздим, он меня обидит. Да, блять, зайдите вы в инст. Ля, он Крис, он в инст зашел, пиздов получать начал. Давайте, разбафить мне, пожалуйста, пришелся очень сильно. У нас хил где-то. Честно говоря, понятия не имею, как будет наковать эту хуйню, потому что я тут, блядь. Лёля, что тебе, блядь, ласточки надо? Да. Так, маг же есть у нас, да? И стол, наверное. А, я рыбу поставлю сейчас. Но стол-то все равно, наверное, нужен будет. Пожалуйста. Пожалуйста, рыбка вам. Держи, Лёля. Спасибо. Блин, в ретрике, чтобы забафать, нужно два раза поесть. Мана мало. На ретрике пиздец вообще. На Хольке там по 5 кругов можно всех забафать. Почему маг считается пэтом? Бафаешь пэта кулаком, бафаются маги кулаком. Ну, потому что вот так. Потому что мы животные. Нет, пэты ханта считаются варами. А пэты кого там, лока, считаются магами. Да, бафайте пэта тогда. Блин, хочу, я уже почти решился, короче, купить голду и скрафтить себе 2 226 на ретрик. Все, погнали, то есть чисто. Немел. Дайте на пули только сначала.
хуя отбьем сейчас. Ну, если что, да. Я пока не могу прочитать это заклинание. А, он это использует. А? Приз проклятия, по-моему, не помню, честно. Диспелит. Даже диспелит. Приз не диспелит проклятие. Все понятно. Знаешь, не диспелит нихуя. Маг диспелит проклятие, чего? Ну, да. Маг сейчас диспелит проклятие. Ну, Вася Батан, если вкачал этот шаман тотем, ой, блядь, диспел проклятие, у него может быть у хила. Давай забирай сразу. Первого, может, второго? Первого. А ты уверен, блядь, там треш хуй тучи вылез, дай соло танкую, да? Окей, я тебя понял. Да там похуй на треш. Не, типа как бы похуй, но не похуй. Войско даешь и все. Но тем не менее. Я вот танчил недавно, нормально. Ну ты, блядь, сравнил, сколько ты танковала и сколько я, блядь. Там ЛПшки просто даешь и все. Да ЛПшки, блядь, это везде все время даешь ЛП. В принципе, ничего особо не меняется нигде. Тут какой-то ретрик с офспеком, всех по ДПС погоняет. Вообще пофигу. Да даже дверь открыта. Я угорал с этого видоса, блядь. Когда он этот тапок откидывает, взяла, говорит, подделка ебаная, говорит. А, ты про этот, да? Ну, про мужика, блядь, который вообще похуй. Вот этой вот звезду с мамой, который, да, чпокнул по брику. Чего у меня бьёшь, сука, не ходи в жопу? Ясен, хуй, вот, блядь, ретриков ненавижу, пиздец, на самом деле. Потому они, что нам разгона не надо никакого. А потому что они, блядь, влетели нахуй со своей бурей, блядь, а потом ты их снимай. Даже ДК нужно, одну доту, вторую доту, а потом морд. И только потом пошел дэмэдж. А да, тут просто да. Виртухан, а тут виртухан, блядь, и все, нахуй не снимаешь. Портняжное дело, ничего себе, красная рубашка. А чё ты их тут дохуя, не? Вот этих диспелить надо, кстати, да. Кстати, знаю. А в каком патче добавили ретрика сбивания таз? А, не в каком. Да был кулачок какой-то. Желтый. А, это вы про позже аддона. Не Сирус, типа. Блин, у меня 6 проков загорается. 6, блядь. У меня шея прокает. Берсерк прокает. Тримка одна прокает, вторая прокает. Этот еще. Блядь, как его. Плащик прокает, наверное. Плащик прокает, да, с тейлером. А, ну руки у меня просто на джаге стоят. Инженерные. Так, я докачала, но нифига не нету, не зачарила себе ни руки, ни камни не сделал. А если под эти проки хотя бы частично, когда там штуки 3-4 крылья сдаешь, то уже и крики 50-очки летят. Не знаю, я вчера заебался эти ожерелья. Для варлока это, конечно, смешные цифры, но для ретрика это норм. Нет, вот давай у меня, блядь, по десяточке будет вылетать. Это будет вообще огонь, по ДК-то. Вот по ДК по десяточке нарываю. А где им детей, кстати? Сказал, что он типа заболел. Почему, типа, может, заболел?
Да, позавчера ушел, потому что заболел. Вместе с водой бородой. Мы вместе болеют. Ага. А это надо посмотреть. Да ебать, что ж вы, блядь, рвете, как, блядь, ёб вашу медь. Ну, вот ретри кинопака, конечно, хороши, но на боссах, блядь, позвучи. Ну, хз. Если, типа, нормально все раскидать, то на боссе тоже неплохо может раскидаться. Но все равно, в топе он не будет никогда. Не да. Если остальные бомжи, то да. Обычно мы идем два танка, один хил. Сегодня у нас два хила, один танк. Тоже интересный сетап. Да, я говорю, ебанулись, я еще не проснулся, а вы уже пиздец. Оп, это мне. Говорю, в 245-м ты сюда вообще один сможешь ходить. ДК тут соло убивает этого Сартариона. Это тебе, а мне надо два камешка. Вот этот с маной первого валите. И житель там для какого. Тут кому-то что-то вообще нужно с этого босса? Общество, да? Колечко, кольцо. А, я-то так. Сумка там с камнями, может, что-то еще. ОД в конце концов. У меня 8200 ОД, я не знаю, они пригодятся же дальше когда-то в будущем. Да. Ну, да. Ой, а у меня 383 ОД. У меня получается 700 ровно. Так, один танк у всех драконов держит в центре. Вместе с большим. Ты говорил, что в центре больше дальше стоял внизу? Ну, может, где обычно его танчить, чтобы это хорошо волны обходить? Он вот, где красная метка будет всех держать. Ок. Заезжаем сразу же, да? Не ждем там, пока прилетит. Не, ну мы тренинг не будем спускать. Геру первого дадим, второго дольем, все. Все, погнали. Андрей, пуль. А, типа его сюда развернуть, а блядь, он туда встать, он чё? Нет, всё. 5 секунд до волны. Я знаю, что у Лёли с этим есть проблемки. Ну я ставлю телепорт. Всё, дали, Гелом. Синеброн, играй. Бля. Лизадру, хильте, пожалуйста. Так.
стеночку. Вот какой-то портал загорелся, ничего страшного, да? То есть правильно сказать, ничего не трогает портал. Не-не-не, ДПС не хватит, все, может падать. Почему танк живой? Да, ну, видите, конечно, да, но это, блядь, я все знаю. Сейчас первого добьем, Саша. Нормально все. Если вы не теряете танк, то охеренно все будет. Ты войск как оставал? Сейчас он умрет, войск как остыл. Иу. Кастуешь войско, а тебе гимн это, да? Да, минус 2 уже. Слушай, что, когда, блядь, потому что гибучего трешах по его туче. Нет. Да треш можно было добить, надо просто выживать. Танк живой, в принципе, нормально. Нет, просто я немножко заслакала, мне кажется, вообще пизда сейчас будет. Причем я сильно заслакала, я виновата, да. В чем ты виновата? Да потому что, блядь. По привычке Майндбласт искала где-то. Майндфлай. Да, я что-то вот, да, что-то в этом роде было. Я забыла, что я на маге. Я забыла, что у мага есть копия. Как бы вот так. Сейчас. Сейчас не, ну смотри, Бахилат они держат, ведь и держат, и держат, и держат. Ну надо упасть, просто еще раз попробовать. Просто танка надо. Да, падайте сейчас, вы просто время сейчас. Надо чисто точечно босса бить, и чтоб трэш не убивал ГДшников. Он умирает, и потом мелкий свичнется, а большого добить. Там портал он вызывает, босс не воспримчив, чисто шадрона убиваешь, потом в портал заходишь, убиваешь ученика, и потом босса бьешь, все. Я сильно дико извиняюсь, ребят, у меня, блядь, нет столько рунной ебучей ЛТхи, столько, блядь, там. Да просто стойте все прям этот, в ноге дракона, РДДшники тоже. Че у вас, он фаербол вплотную не кастуется, что ли? Или Сарта поставить, где портал стоит, вот где метка стоит красная, вот где труп примерно, там вылазят мелкие. А нам на той стороне тогда, чтобы они через танка на нас шли, они будут на танке. Надо вообще вот так вот поставить боком сюда, вот в ту сторону, вот так вот. И чтобы он трэш нас сразу на ДК был. Ну ДК, конечно, надо хилить посильнее. ХП у них что-то маловато будет. Чего, блядь? Куда боком? Куда боком? Куда ебалом? Можешь вот так? Понял? Рыбу покушать. А ты войско слил сейчас? Че? Войско слил? Да. Да, печально. В принципе, еще ДКшник есть, он войско может дать. Это чисто. ДКшник. Дамаг уменьшит по тебе. Ой, кто такой? Ух ты такой, откуда у нас еще один ДКшник? Господа, мамонт. Ждем дело 50 секунд еще. Подожди, у нас ФДК вроде был у Кёрхита, а теперь у нас ФДК у Матурма. А-а-а-а. 200 там левел, как он ник поменял. Странно. А есть и хастпот? Есть хастпот, иди сюда. Сейчас я тебе дам трейд. Я забыл про эту штуку просто. На электрике редко. Блять, где тут банк? Гильдейский банк, поставьте. Блять, Катя ГДК, ёб твою мать. Да я, блять, и не менял, я как был Катя ГДК, так, блять, всегда и ГДК. Я меняла. А это уже, блять, не мои проблемы. Дайте все, отъебись от меня.
равно они тратятся только в гильдрейдах, больше нигде. А? Все равно они тратятся только в гильдрейдах. Я с пугами не хожу никуда. Они, блядь, вообще не тратятся никуда. Потому что все вроде как бегают со своим, а ДПС нет нихуя. Еще давай терчи на баф на пуг. Это больше, да. Там похуй вообще. Ой, погоди, стой, Амброс. Че? Ты имел в виду, я его вот так беру, такой беру, значит, да? Беру, да, заебись. Поведу. И, блять, вот сюда еблом разворачиваю. Только смотри, в чем прикол. Мне нужно как бы пройти немного вот так, и вот типа тебе того, надо да? Надо дальше сейчас пройти. Куда, блять, дальше? Это да ебучая нет. Лава. Смотри, да прошел нет, я, блять, я дальше. Все нормально, да блядь? Да не здесь, блядь. Ну, так трэш один хуй в рейде будет, как ты хуй знаешь. Да подойдите поближе, вот все РДДшники и все. Ты мне скажи, блять, куда точишь, чтобы поставить. Все, все уже, стой как есть. Блять, ты меня как пугал? Вот так, блять, разверни. Я тебе, блять. Ты не брона, заехали. Раз, давайте. Спасибо. Ой-ой-ой, опиздюливаюсь что-то. Еще эта херня под ногами. Так, ебать. Ваша хуета какая-то происходит. Ну давай я в танк могу спекнуться, если. Нас вы, блядь, вертолет придумываете, я не понимаю. Тут все понятно в этом трое. Что происходит? Давай. Что, вайп происходит? Кого, блядь, ты вот, блядь, не интересно, нахуй вы, блядь, решили в одного танка, блядь, зачем? Давай я в танк пойду. Ты ничего. Не, если Варик с одним танком такой охуенный, на самом деле, пиздатый, давайте просто поменяем танк, я в ДДП. Я просто что хочу сказать? Давно ВОЗ-10 не вайпалось. Чего? Давно ВОЗ-10 не вайпалось. Да все, ульде да ульде. А, блядь, вы что, угораете, что ли? А, вайп еще один, кстати. Сука! А я зайти не могу внутрь, вы там умрете, да? Мы не умираем. А, Ань, а у меня вопрос. А на предыдущем трое, а чё ты делала под мордой Сартариона? Я не под мордой была, я была сбоку, он повернулся и меня дыхнул. Никуда он не поворачивался, не ври. Когда ты умирал, он никуда не поворачивался. Я сбоку стояла, не под мордой вообще никак, я чё, долбоёб под морду босса лезть. Так чё, мне в танка? Не баш. Не, ну как бы да. Вопрос по поводу я долбоёб снят, но под морду босса я не лезу. Лёль, засумаешь меня назад? Мне надо в это, в Долоран. Да, конечно. Слабак, не носишь с собой на 4 спека шмот, фу, воняешь слабостью. Нет, дело не в этом. Дело в том, что это третий спек, и он только... Я потратил 5 штук. Да ебать, да что вы делаете нахуй? Да чё? Вы заебали, блядь, лёу. Видите нахуй, ебучие дракончики, не лезьте. Чё вы творите? Пикните шкаф поставь. Пиздец, блядь. Да не могу, я в бою, я тебе тыкаю. Сука, блядь, ты за пиздец. Ребят, вы чё? Ну, поздравляю. На шкаф 2 минуты КД. Засмоним так. Кто там валяется? Войт, вставай, беги. Выйти нахуй все из инста, пожалуйста, я пробую эту хуйню разрулить. Так,
прикольно. Ау. Чё? Всё, I'm ready. А, клёво! Ты ready. Аню, тыкни. Ага, тоже тыкни. Опа, опа, опа. Ага, значит, все скинулись, остался один. Выйдите, блядь, из инстаграма. Вы, блядь, нахуй, чем... Я сейчас уйду от вас, нахуй, сами играть будете. Бесите, блядь, дайте нормально проснуться, блядь. Не делайте хуйни, я вас очень сильно прошу, блядь. Ребят, пошла на минуту. Пока Андрюша орёт. Я бы тоже отошла. Лёха, где ты взял такую пчёлку? А куда ты зашёл? Чё, уже можно? Да. Сейчас я... А, все, там поставим. Ну, наверное, мамонта, да, надо? Все тут подохли за раз по 5. Если не по 10. О, мамонт. Ума Турман, подбеги, чё ты там стоишь? Ну, походу, там на месте вообще бежит. А, не, уже стоит просто. Ань, кинь, пожалуйста, голдмастера к хуям свинячим, блядь, и из гильдии, и дискорда, я тебя прошу. Что случилось? Заебал, блядь, он каждые два дня спрашивает одну и ту же инфу, нахуй. Два дня! Кого? Кто? Какие нужны классы, что нужно, чтобы попасть в рейд, блядь, и почему не нужны локи? Не буду я пока никого кикать, ты сейчас прогоришь и успокоишься. А его нету, кстати, тут. Чё, я босса постою в стороночке, да, а ты там в этом экшене потусуешься? Босс в стороночке постоишь? Ну, попроще, чтобы у меня задачка была, я танк-то это... С тобой, средненький. Средненький. Вы мне меточку поставьте. И все. А, во, я еще крит себе не бахнула. Ебать. А мне тогда скинь, пожалуйста. 38 тысяч, ничего себе, я жирнющий просто. У тебя сколько? 42,7, да? Я вот здесь вот в голубенькой, да, в квадратике стою и там... Да, ты в квадратике стоишь, вообще нихуя не делаешь, просто так вот стоишь и все. А Васька тебя хилит. А Васька, в общем, на дейке сидишь, а Прист сидишь на дейке. Слушай, я бы наоборот сделал. А нет, смотри, там в чем прикол. Вася это 210-й, Антихрист 202-й. Пусть бы он там ваша уедымощь чайником хилил, а Антихрист бы меня спокойненько тут... Пью. Нам видишь, нам прыгать там надо, я хер его знает. Там как бы щиточки получше были бы, листа. Ох, сомневаюсь. Но, учитывая гил, да, в принципе, да, я с тобой согласен. Мы когда ходили в одного хила, мы спокойно туда прыгали с одним шипой, у нас шипы есть. Молодцы, ребята. Так, чё это? Как-то он тут так не ставится, как бы мне хотелось, конечно. Потому что надо напрямить туда, ну и потом...
Не трожьте, блядь, никто. Правильно, все, приз сиди на деге, а Васик посидишь на рейде. Вторая будет зона уже подо мной. У вас там какой-то экшен начался, смотрю. Ну, первого почти добили, уже второй пришел. Прилетел пиздюн какой-то, больно. Да, потому что в это время шадрон уже должен умереть. Уже прыгнуть в портал и убить там пидораса, который сейчас делает так, чтобы тебя больно били. Ооо, это мой косяк. Я в подвал не попал. Видимо, дыха не хватает, иногда прилетает прям, ну, куху ты практически. Все, у меня 530, по идее, это для меня. Копите шадроны прям, блядь, спустите, блядь, все, что есть у меня. Все, приз остался здесь, а Вася прыгнул в портал со всеми остальными. Деги только не потеряет сейчас. А тут более-менее все стабильно, спокойно. В портале есть ничего. Все, быстрее давайте, слушайте, ты убили? Выпрыгнули. Ты стоечку поменяешь, побьешь, да? Просто я атакую вообще. Быстрее. Чё в портале я одна, то почему? В каком портале? Может, не в тот портал прыгнул, я бы сказал. Лёля, ты сейчас где вообще находишься? Ну, сейчас уже вышла наверх. Умничка. Бей босса. Вон там плавуны какие-то, вон там, блядь. Лёля, ты не была в портале, ты была здесь с нами. Ребят, а можно, пожалуйста, блядь, нихуя не бить треш, а либо если его бить, то только с напулами, потому что я не могу, блядь, на себя переагрить ебучее пламя лавы. О, серфер, а, блядь, смотрите, по сторонам. Лёха, а ты чё лёг-то? Подними под правую ногу, да и всё. Я потому что босс на себя забрал.
А? Я думал, устал. Ну и устал, если честно, уже пиздец, блядь. Ну все, спокойно, добили его, все. Убейте голову. Стена, отошли. Самое время поанонсить, но прошлое человека три улетело. Я тут смотрю, тут одни серферы вообще. Я даже разве полетел за втыкал. А еще я вам скажу такой лайфхак, через нее перепрыгивать можно. Началось. Это кого там пиздит, я не пойму. Где поймай этого. Стена, отошли. Перепрыгнули. Эй, бля. Лошар, я один отбежал. Я просто заслушался, там кого пиздит. Честно, у меня было ощущение, что это там либо Леха Андрюха, либо наоборот. Нет, это абсолютно. Нахуй, тут мне скажите, как, блядь, реагируется, ебучий треш с меня? Пиу, полетел. Это, по-моему, Лёля была, потому что вместе с ней дровосек какой-то. Романтики, ёптать. Слеп. Клепор кого-то надо кому-то, нет? Да. Да, да, нет. Один будет спиритус. У меня был максимально серьезный вопрос. Какого хуя с вот аккаунта вижу сушение разума в первом месте по урону? Да чё? Циферки меняются, блядь. Меня типа немного смущает этот момент. А чё там должно быть? Как минимум, блять, быть разумом. Ну так тут мелкий трэш, не? Как ты сейчас тоже мелкий трэш не пошел? Ну ты видишь, чтобы я иссушение сейчас кастовал? Пытка на втором. О! Взять статуэтку с Пекнс оф Файри, что ли? 999! Чё это? Блин, дай мне триньку заменить вот эту херобору. Ты чё, угораешь, что ли, на ШП вот это триня? На какого ШП? А, ты же в ДЦ, ладно, на... Вопросов не имею. Там такая сумка с трофеями была шикарная. А где она? Не знаю. А ее, по-моему, еще не разролили, она в боссе. Нет, разролили. Вася, а тебе нужна эта тринька? А, спасибо. Благодарствую. Не зря сходил. Там было 25 АД и 46 золотых. Какой ужас. Никаких лишних никаких не было.
Какой ужас, вообще беда. Че еще куда пойдем? Я, блядь, с вами может куда-нибудь. А где?